Здравствуйте, друзья! С вами Дачный сюжет и я, Галина. Сегодня 10 октября и заканчивается ягодный сезон. Вот об этом я и хотела поговорить. Я в этом году посадила несколько новых сортов, ремонтантных, то, что очень, чтобы вот осенью можно было поесть. Это, значит, похвалинка, самохвал, карамелька, малиновая гряда и конек-горбунок. И вот сейчас я хочу сделать выводы, какие, что, вот как они у меня повели первый год после посадки и первый год плодоношения. А вон пришли помощницы по равномерному распределению соломы. Вот давайте мы подойдем сначала к похвалинке. Мне ее прислали с открытой корневой системой. Хорошие саженцы были, не скажу, но она у меня не пошла. Не знаю почему, вот один только остался, это тот, который был прошлогодний. И вот, пожалуйста, только-только она, получается, завязала ягоду. Хотя про нее говорят, что она очень хорошая, очень сладкая. Ну, посмотрим, будем ждать следующего года. Ничего страшного. Вот сейчас мы стоим у сорта «Самохвал». Что я могу о нем сказать? Честно говоря, одни в восторге. Почти одни в восторге. Потом я расскажу, что мне не понравилось в нем. Вот у меня его осталось мало, у меня кто ее увидел, дай. А так как я знаю, что если делить, он еще лучше разрастается. И вот по разрастанию. Разрастается он очень хорошо. Что я делала? Вот, например, вот сейчас вы обратите внимание. Видите, у меня тут 3-4, но я не давала больше. Я вот, вырастает он сантиметров 20, вот примерно, вот типа, ну, может, даже поменьше, чем этот. Я его вроде стала выдергивать, а он выдергивается с корнем. И посмотрите, что дальше. Вот он вырос. И там он целый ряд подрос, и даже еще успели и зацвести. Поэтому он очень мне нравится. Он очень крупный, он красивый до безобразия. Это просто, ну, просто до безобразия называется. Он вкусный, плодоносит до сих пор. Вот смотрите, видите, он красавец-петух. Вон. Плодоносит очень хорошо. Вот те, которые кусты взялись нормально, они пошли. Вот этот первый куст, он у меня прошлогодний. Но мне его пришлось пересадить, поэтому я считаю, что это первого года посадка. Какой же у него недостаток? У меня своя пасека, потом пасека у соседа. И когда пчелы еще летали, было замечательно. Замечательная ягода. А вот сейчас я вам покажу, какая после того, как пчелы перестали летать. Вот видите? Вот сейчас листик уберу. Вот такая вот двойная. И очень много, кстати, очень много. Ну, для домашнего потребления это не мешает. Так что, ну, единственное, что если для промышленного кому-то. Что же мне не понравилось с ремонтантной малиной, с самохвалом? И, кстати, не только самохвал. Вся, вот, которую у меня плодоносила малина ремонтантная, вся такая подвержена такому дефекту. Рассыпуха. И, как я читала, выясняла, в общем-то, на поллета я это делала, что она очень любит кальциевую селитру, именно кальциевую селитру. Она вот именно его как-то укрепляет, все. Потом вроде бы мы, как ведь, ближе к осени нельзя, и пошла рассыпуха. Берешь ягоду, а она на пиксель разваливается. Поэтому надо кальциевой селитрой. Ну, правильно я у одного блогера услышала, как она говорит. Говорит, ну, пускай она вот молоденькие, зелененькие, вот они. Ну и что? Все равно же все удаляет, надо будет на зиму удалять. Так что вот, вот смотрите. Смотрите, какая ягода. После того, как пропали, перестали пчелы летать. Вот видите, не симпатичная. Но все равно она вкусная. Я не скажу, что она очень вкусная сейчас. Ну, знаете, такое удовольствие проходишь и щипишь. Ну вот теперь давайте подойдем к карамельке. Тоже так же у меня ее частично выпросили. Тоже то же самое, вся та же проблема. Прекрасно размножается то, как я вам и говорила, выдергиваешь, с корешочками выдергивается. И вот мне считайте, вот этот весь ряд. Вот они молоденькие. Смотрите, она даже вот успела заплодоносить. Это вот именно то, что я выдернула, хотела выбросить. Она даже заплодоносила. Это карамелька. Вот она, вот, смотрите. Вон какая выросла, даже успела.
Так что попробовать мне ее как-то не удалось. У меня получилось, плодоносил только один куст, и у меня съел все внук. Но, по-моему, все-таки очень вкусные. Вот малиновая гряда мне, не скажу, что она разочаровала. Сразу, когда первые ягоды пошли, она у меня была, ну, вообще никакая, ни сладкая, ни кислая, ну, не душистая, ну, просто вот трава травой. Но с учетом на то, что когда следующие ягоды пошли, очень вкусные, тоже, глядите, очень обильные, вот сейчас что осталось. Вот еще, видите, ну, это уже, конечно, все. У нас сегодня заморозки обещают опять. Вот, смотрите, вот такое вот дело. И тоже так же. Вот единственное, что я здесь не увидела, чтобы она сдвоенная была. А так вот, такая же рассыпушка. Вот, да, это, вот эти все, сейчас еще до конька дойдем. Но вот эти вот четыре сорта, это первый год посадки. Первый год посадки, первый год плодоношения. Так что... Насколько я знаю, что, ну, просто давно занимаюсь и знаю, что на второй, на третий год они именно показывают всю свою силу. Ну, а сейчас вот пока вот такие вот. Ну, я не разочарована. А какие они красивые были. Ой, мамочки, я повторяюсь, ну, очень красивые. А вот посмотрим, давайте, куст, который я не знаю название, мне просто его отдали. Вот плодоношение тоже. Вот, видите, он еще вон вовсю, его можно еще вовсю щипать. И вот здесь вот такой красавец тоже. Эти сорта я купила, даже не спросив названия, на рынке. О, какой красавец. И это в октябре месяце, 10 октября. Пойдемте еще посмотрим конек-горбунок. А вот конек-горбунок. Вот такой махонький, маленький, маленький, маленький. Его мне тоже прислали с открытой корневой системой, но обычно как-то эту корневую систему в болтушку как-то делают, и все. А там даже промыто все было. И он очень тяжело-тяжело приживался. Вот второй у меня выпросили тоже, когда я сказала, что конек-горбунок, и он невысокий. Ну, вот про него я пока ничего сказать не могу. И ягода средняя по вкусу, средняя по величине. Ну, как тут здесь, вот у меня вообще он погрустноват. У меня здесь облепиха была, вот тут вот, и она его, видать, загораживала. Поэтому я ничего не могу сказать о нем. Здесь вот еще у меня какой-то сорт есть, но это самый-самый первый, это мне отдали. И вот я теперь хочу все полностью подвести, сделать выводы, подвести к одному итогу. Ремонтантная малина мне понравилась очень. Вкусная, сладкая, красивая. Там ради одной красоты ее посадишь. Очень обильные. Все вот эти сорта очень обильные. Вот единственное, как я только сказала, что она после плохого опыления, когда некому опылять, она становится в две-три ягодки на одном веточке. И плюс рассыпуха. Вот будем ждать следующего года. Обрезать я ее не буду, сразу скажу, потому что обрезать я смогу ее и по осени, по весне, вернее. Осенью я почему не буду срезать? Снегозадержание. Пускай. Она не пропасть не пропадет, но в то же время пускай будет. Но я ее буду пускать всегда, как ремонтантную. У меня есть летние, сейчас я новые сорта еще летние себе заказала. Так что будем сажать дальше. Так что я за ремонтантную малину. Очень удобно, очень вкусно. А, забыла сказать. Самый главный недостаток ремонтантной малины, на всякий случай. Ее очень плохо берут, в это время берут на рынке. Я поехала на наш местный рынок, у нас такой провинциальный городочки. Даже не подходят, даже не приценяются. Так что тут надо иметь в виду, либо уже сезон заканчивался, поэтому ее перестали брать, либо уже люди наелись летней. Тут вот поэтому надо думать. Ну, а на этом я заканчиваю. С вами была Галина. Всего вам доброго. Добра.